Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 6 января 2020 год. В России у нас православный праздник Рождества. Завтра, сегодня сочельник. А у нас в Германии праздник трех королей, трех вахлов, которые шли за звездой, чтобы поклониться Иисусу и подарить подарки. Поэтому у нас сегодня выходной, и мы решили сделать себе праздник. Мы замариновали шашлык, сейчас его будем жарить. Наш маринад состоит из лука, много-много майонеза, минеральная вода и, конечно же, само мясо. Мясо можно выбирать любое, мы любим свинину, шею в основном всегда берем, она мягче и получается очень вкусно. Сейчас муж развел уже костер. Я нанизала мясо, шашлычки на палочке, мяско нанизала. И сейчас мы перейдем к процессу жарки. А что еще хотела сказать о маринаде? Значит, маринад очень простой. Соль, перец, значит, все специи, какие вы хотите, добавляете по вкусу. Майонез можно добавить, буттермильх, это у нас жидкий, кефир или же сметану на вкус и цвет, кто как хочет. Значит, много лука, как я еще сказала. У нас было 5 килограмм мяса, но где-то ушло вот примерно один к одному делайте, да, чтобы хорошо пропитался, был сочный шашлык. И минеральная вода, это тоже, чтобы вот такая кашица получилась. Минеральная вода, она как бы вот эти вот минералы, вот эти пупырышки, они дают пышность самому мясу. И оно получается очень сочное и очень вкусное. Пока нанизывала мясо, оно как по маслу шло на шампур, очень мягкое и очень быстро нанизывалось, несмотря что там были прожилки. Все, давайте перейдем на природу, к костру. Вот такая у нас замечательная сегодня погода. Нас сегодня радует снег. Вот как раз к Рождеству. Празднику. У нас в магазине сегодня все закрыто, все отдыхают, муж тоже не работает, и у нас идет снежок. Смотрите, какая красота. Вот всегда вам летом снимала наш огород и никогда не показывали наш камин в действии. Сейчас я вам его покажу, как он у нас работает. Значит, мяско. Обязательно мяско. И во, уже какой жар идет здесь. Какая красотища, посмотрите. Потом, когда пожарится, выше лежит сюда. Красотища будет, какая. Будет легко копченая. Ага, муж что-то опять мудрит тут, как всегда. Экспериментирует. Красотища. Все, всем приятного аппетита. Дожидаться мы не будем, как она пожарится. А вот уже вот он, красавчик. Кстати, по времени ему тоже долго не надо, да, мариновался у нас. Кстати, мы обычно закладываем на ночь, но если в таком маринаде делаем, то хватает буквально 2-3 часа, и он также получается мягким и вкусным. Все, всем хороших праздников, еще раз с православным Рождеством и до новых встреч. Пока-пока.